показывает. Казалось бы, большая, красивая, разрисованная, яркая Субару из Казахстана против такой маленькой, неприглядной Короллы 2. Но малыш сегодня укусил Субару. У Андрея Рерих на самом деле не зря получил прозвище «Гроза Туриков». Если по классической... Подожди, какая первая буква была? Ч или... Рерих. Андрей Рерих. Нет. Гроза кого? Чуриков? Туриков, гроза. Ездил по классической разбивке чемпионата края. Попадал как раз класс со всеми УЭшками, своими. И просто вкусывал буквально в каждом заезде. И он занял второе место по итогу чемпионата края. Андрей, город Барнаул, аплодисменты. Королла, которая... Палатки у нас, я так понимаю, у Субару из Усть-Каменогорска находится в зоне торможения. Субару из Казахстана. Ну что ж, наша техничка уже взяла его на буксир. К сожалению, самостоятельно участник у нас не смог вернуться. Быстро относительно его вернуть на автомобиле Субару. Не, у меня, конечно, имеет есть такую свою фишку. Хотя это называется четвертый цилиндр. Самый голодающий цилиндр. Город Новосибирск.